Молекулярная кухня – это симбиоз науки и кулинарии. В поисках новых вкусов возможно даже такое. Сейчас я приготовлю очень простое блюдо, на мой взгляд. Это фальшивый помидор. Его можно использовать как украшение, можно использовать как закуску. Томат – продукт привычный. В салат, в пасту или просто сок. Без изысков. Именно сок и используется сегодня в нашем блюде. Состав простой, уникальность в добавке. А точнее, в желирующем веществе – каппа. Похож на желатин, но практически моментально застывает и разогревается. Свойства при этом не теряются. Для этого нам понадобится томатный сок, моцарелла. Можно меньше, можно такого плана. И текстура под названием каппа. Она будет создавать как бы оболочку помидора. Направлению около 40 лет, но до сих пор и в Беларуси тоже это деликатес, нежели обычная еда. Дорогое не может быть массовым. Однако в некоторых кафе и ресторанах все же можно попробовать элементы молекулярной кухни. Главная задача любого повара-молекулярщика – это удивить. Это порой даже, скажем так, вызвать вначале глупую улыбку от недоумения, что у вас лежит на тарелке, а после улыбку от восхищения, когда у вас идет полный обман органов чувств. Большинство людей воспринимают молекулярную кухню как молекулярную химию. Это неправда. Это между этими понятиями нельзя поставить равно. В молекулярной кухне применяются исключительно свежие продукты, а вся используемая здесь химия биологического происхождения. Поэтому большинство молекулярных блюд относится к диетическим. Можно приготовить продукт любой консистенции. Для этого в арсенале у шеф-поваров специальные гаджеты. Если мы используем такой физико-химический метод, как замораживание, для этого мы используем жидкий азот. Он имеет экстремально низкую температуру, минус 196 градусов. Здесь полезное свойство сохраняется благодаря тому, что процесс очень быстрый. Продукт более полезный, более насыщен вкусом, ароматом. Так весь сок остается в продуктах. Кроме пользы, это добавляет вкус и аромат. Самое простое – это приготовить молекулярную икру. Это либо из соевого соуса, либо из бальзамического уксуса. Смешать в пропорции, например, один к одному соевый соус с жидкостью, с кипяченой водой, или бальзамический уксус. Добавить агар. Молекулярная кухня – это деликатес не на каждый день. Учитываем и стоимость, и сложность приготовления. Но попробовать все же стоит. Галина Пузына, Денис Ткаченко, Тимофей Беляев. Наше утро.